Здравствуйте, уважаемые трейдеры, я Анна Касаткина, вы смотрите экономический календарь на канале Инста-ТВ. Первая половина предстоящей недели ознаменована выходом следующей макроэкономической статистики. Так, в среду в Соединенных Штатах будут опубликованы два индикатора – предварительный индекс деловой активности в производстве за август и объем продаж на первичном рынке жилья за июль. Аналитики прогнозируют снижение индекса деловой активности с 53,3 до 52,9. Пункта. Напомним, что в июле значение индекса менеджеров по закупкам значительно улучшилось, поднявшись с 52 до 53,3 пункта. Рост был в большей степени обусловлен расширениями в компонентах выпуска и новых заказов. Американские фирмы увеличили количество рабочих мест и повысили закупочную деятельность самыми быстрыми темпами с февраля. Деловая уверенность достигла 6-месячного максимума, поскольку компании высказывали более оптимистичные оценки в отношении будущего выпуска. Инфляционное давление оставалось относительно приглушенным, несмотря на подъем инфляции и закупочных цен. Следом за производственным PMI выйдет июльский отчет по продажам нового жилья. Прогнозируется увеличение продаж до 616 тысяч. Напомним, что в июне был зарегистрирован рост продаж новых домов на одну семью на 0,8%, до 610 тысяч домов в год. При этом эксперты ожидали, что продажи увеличатся на 1,5%, до 619 тысяч домов. Тем не менее, пока в 2017 году первичный рынок жилья демонстрирует рост. По сравнению с тем же периодом прошлого года продажи повысились на 9,1%, а с января по июнь они выросли на 10,9%. Это подтверждает сильный спрос, несмотря на ограниченные запасы на рынке. Число новых домов на продажу составляет 272 тысячи. Это максимум за 8 лет. Цена за дом в среднем составляет $310 800. Помимо вышеперечисленных событий, инвесторы будут следить за публикацией следующих данных. В понедельник выйдет изменение объема оптовой торговли в Канаде. Во вторник в Германии и еврозоне будут опубликованы отчеты по условиям деловой среды от института ZEW. В среду выйдут индексы деловой активности также в Германии и еврозоне. Это был экономический календарь, подготовленный для вас командой Инста-ТВ. Всего вам доброго и удачной торговли. До свидания.